Завершился первый этап 9-й конференции местного отделения партии «Единая Россия». Главной темой стали предстоящие выборы в Совет депутатов городских округов Щелково и Звездный городок. Глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Булгаков поблагодарил участников за работанный результат и открытость перед людьми. В конференции приняли участие 114 делегатов. Главный вопрос повестки – выдвижение кандидатов в депутаты Советов депутатов городских округов Щелково и Звездный городок от партии «Единая Россия». Путем тайного голосования были утверждены списки кандидатов на выборы, которые состоятся 8 сентября. Депутат Государственной Думы Александр Толмачев отметил, что среди кандидатов предприниматели, общественные деятели, работники социальной сферы, опытные управленцы и молодежь. Они будут способствовать дальнейшему развитию своих городских округов. Депутат Московской областной думы Николай Черкасов подчеркнул, что предвыборная программа должна формироваться на основе наказов жителей. Он вручил грамоты секретаря Генерального совета партии Андрея Турчака, а Центральный исполнительный комитет «Единая Россия» отметил работу Александра Толмачева и Андрея Булгакова. Второй этап конференции, на котором будет утверждена предвыборная программа, пройдет в августе 2024 года. Точная дата будет определена на очередном заседании местного политсовета. Евгения Корытько, Щелковское телевидение.